Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку-шлем. Эта шапочка рассчитана на окружность головы 50 сантиметров плюс-минус сантиметр. Шапочка тянется, поэтому, в принципе, возможно, даже на 52 подойдет. В принципе, шапочка довольно-таки удобная в носке для тех, кто не любит, скажем так, поправлять каждый раз шарфик ребеночку, и в то же время для детей, которые не любят шарфики. Вот, вяжется шапочка довольно-таки легко, быстро. На данную шапочку данного размера у меня ушло с ушками один моточек. То есть, как вы видите, расход пряжи хороший получился. То есть, моточек, я считаю, для шапочки это вполне хорошо. Вязала я в одну ниточку. Можно вязать в две ниточки, но потоньше, то есть чтобы шапочка была более плотнее. Можно сделать под такую шапочку флисовый подклад, подшивочку. Вот, украсила я в виде мышки, как вы видите, как ушки. Я вам покажу сделать как. Носик это обычный круг амигуруми, и глазки это обычные бусинки диаметром 1 сантиметр. То есть, как вы видите, ничего такого сложного. Вот, вяжется довольно-таки быстро. Можно использовать чулочные спицы, можно использовать круговые. Для тех, кому удобно на круговых, пожалуйста, используйте круговые. Для тех, кому удобно на 5 чулочных спицах, используйте чулочные спицы. Кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу фирмы Alizea Lana Gold. Это турецкая пряжа, 240 метров, 100 граммов. Для более подробного видеообзора я оставлю ссылочку под этим видео, смотрите отдельное видео. Спицами я буду вязать чулочными, номер 3,5, 5 штучек. Можете использовать вместо чулочных спиц круговые, но, честно говоря, я не очень люблю поворачивать леску каждый раз, поэтому люблю больше вязать на 5 спицах для непрерывного вязания без шва. Теперь нам понадобится крючок любого размера, либо же иголочка. Для тех, кто любит работать иголочкой, собирать петельки, то можете использовать иголочку. Для тех, кто крючок, то, соответственно, можете использовать крючок. Также он понадобится для заправки кончиков и ножнички. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Начнем мы вязание с дна шапочки, которая будет делиться на 4 ячейки. Для начала нам нужно набрать 8 рабочих петелек плюс 1 для замыкания в круг. Я беру, набираю на одну начальные 2 петельки спицы, затем приставляю вторую и набираю еще 7 петелек. Всего у нас должно получиться 9. 5, 6, 7, 8, 9. Затем вот эта спица, на которой начальные петельки, я оставляю на ней 3 петли. Затем беру третью спицу рабочую. Ввожу постепенно еще 3 петли, переношу на вторую, и на третью у нас остается также 3 петли. Теперь замыкаем в круг наше вязание. Вот этот краешек ниточки коротенький вытаскиваем наверх, а переодеваем на первую спицу с последней одну петельку. Вот так. Теперь последнюю, вот эту вот петельку, на нее нужно набрать, вот так вот перекинуть первую петельку набранную и вернуть обратно на правую спицу. Теперь подтягиваем наши краешки. У нас получилось 8 рабочих петелек. 3, 3 и 2. Теперь берем четвертую рабочую спицу. И сейчас в первом ряду мы будем вязать в кружочек, вот так вот по кругу. Поэтому мы сейчас провяжем первые 2 петли лицевыми петлями. 1, 2. Вам, возможно, будет немножечко неудобно первый и второй ряд, но вы очень постарайтесь. Теперь между второй петлей и третьей, вот здесь вот у нас перепоночка. Мы ее поднимаем на спицу и за заднюю стеночку провязываем петлю, то есть делаем прибавление. У нас получилось 2 петли лицевые и третье прибавление. Теперь берем следующую спицу, вяжем снова 2 лицевые, 1, 2, и между второй и третьей петлей поднимаем перепоночку на спицу. Вот она у нас. И за заднюю стеночку вяжем лицевой петлей, то есть сделали второе прибавление. Теперь снова 2 лицевые, 1 и 2, раз лицевая. Между двумя лицевыми и двумя оставшимися петельками снова поднимаем перепоночку, одеваем на спицу и за заднюю стеночку вяжем лицевой петлей. То есть сделали третье прибавление.
И теперь четвертой спицей довязываем 2 оставшиеся лицевые петли. Вот так вот. И между последней петлей и первой снова подрываем перепоночку на спицу и провязываем за заднюю стеночку лицевой. Всего у нас прибавилось 4 петли. Поэтому у нас 8 плюс 4, 12 петелек по кругу. Сейчас мы будем вводить четвертую рабочую спицу и пятой вязать. Для начала провяжем 3 лицевые петли в начале. 1, 2, 3. Между третьей петлей и четвертой поднимаем перепоночку, возвращаем на рабочую спицу и провязываем за заднюю стеночку лицевой петлей. То есть мы сделали очередное прибавление. Теперь берем следующую спицу и провяжем 3 лицевые следующие. 1, 2, 3. И теперь между третьей и четвертой петлей поднимаем рабочую петельку и провязываем за заднюю стеночку. И наконец-таки вводим четвертую нашу рабочую спицу, то есть пятая у нас будет ходовая. И вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И между третьей и четвертой петелькой поднимаем, делаем прибавление. Рабочую петлю, перепоночку и вяжем ее лицевой за заднюю стеночку. Это третья спица получается. И последняя, четвертая. Провязываем 3 петли, оставшиеся лицевыми. 1, 2 и 3. И между последней петлей и первой, вот здесь вот, поднимаем перепоночку и делаем петельку, то есть прибавление. И если вы посмотрите, в конце второго ряда у вас уже снова добавилось 4 петли. И вот на 4 спицах по 4 петли. Можете отметить маркером начала ряда. То есть, чтобы вы всегда знали, что вот здесь вот между четвертой и первой спицей, вот здесь вот начало ряда. Можете отметить маркером, а можете вот эту начальную ниточку, хвостик при наборе, просто перекинуть назад. И вы будете знать, что вот здесь у вас начало ряда. И так как спицы у нас 4, и 4 мы будем делать прибавление, то запомните, что в конце каждой спицы, вот здесь провязав вот эти петельки основные, мы будем поднимать петлю. То есть как бы между спицами поднимаем петельку и тем самым делаем в каждом ряду прибавление в конце каждой спицы. И у нас будет ряд увеличиваться в конце на 4 петли. Чтобы вы поняли вот эту начальную систему, я немножечко расскажу. Смотрите, мы замкнули в круг 8 петелек. Набрали 9 петелек для того, чтобы замкнуть одной петлей, соединить круг. Теперь после каждой второй петли, то есть между второй и третьей, мы в первом ряду поднимали 4 петли. То есть 8 петель между второй и третьей добавили по петле. Между каждой второй и третьей петлей добавили по петле. Получилось у нас на 4 петли больше. В третьем ряду мы уже провязывали 3 лицевые. И между третьей и четвертой добавляли четвертую вот здесь вот петельку. Между третьей и четвертой вторую четвертую петельку и так далее. Теперь мы будем провязывать 4 петли. И между четвертой и пятой петлей поднимать петлю. Можете провязывать, в принципе, есть такой способ, как вывязывание из одной петли 2. Но я буду поднимать промежуточные петельки, для того, чтобы у нас вязание не съеживалось, как бы, ну, оно тогда получится не такое собранное, как когда из петли вывязывать 2. Вот, хотите, можете вывязывать просто из одной лицевой 2 петли, провязывая за переднюю стеночку, а затем вторую петлю за заднюю стеночку. Это, опять же, по желанию. Смотрите, для чего мы поделили на 4 спицы? У нас как бы 4 прибавления, поэтому я думаю, будет удобно просто после каждой провязанной спицы, вот здесь вот каждые петельки, ну, допустим, у нас сейчас их по 4, и поднимаем в конце вот этой вот спицы петлю. Провязали следующую, поднимаем петлю, следующую петлю. И так мы будем постепенно увеличивать количество петелек на 4, то есть на каждой спице в каждом ряду будем добавлять по одной петельке. И опять же, можете отметить маркером начала ряда, можете просто перекинуть вот эту начальную ниточку. И начинаем вязать третий ряд. Итак, у нас 4 петли на спице, поэтому провязываем 4 лицевые. Между первой и второй спицей поднимаем петельку, вот она промежуточную, вот здесь вот перепоночку.
Одеваем ее на левую спицу и за заднюю стеночку провязываем лицевой. Все, первую спицу мы провязали. Приступаем ко второй. Провязываем 4 петли лицевые, которые у нас есть на спице. И между второй и третьей спицей поднимаем промежуточную вот здесь вот ниточку-петельку и вяжем за заднюю стеночку лицевой. Все, вторую спицу провязали. Теперь провязываем третью спицу. На ней 4 петли, как и на предыдущих двух, поэтому провяжем 4 лицевые. И между третьей и четвертой спицей поднимаем вот здесь вот промежуточную петельку. Одеваем ее на спицу и провязываем лицевой. Третью спицу провязали, и последняя спица остается. 4 лицевые петли, которые уже на ней есть, мы их провяжем. И поднимаем пятую петлю между вот здесь вот четвертой и первой спицей. И провяжем лицевой. Хотите, можете переносить вот эту ниточку каждый раз начало ряда. Но я просто запомню, что вот здесь у нас первая спица, а здесь четвертая спица. И вот он между ними, вот этот будет торчать хвостик. И так будем дальше. Добавлять в конце каждой спицы, вот теперь у нас уже 5 петелек лицевых. И между вот здесь вот первой и второй спицей добавляем шестую петлю на первую спицу. Теперь снова у нас на второй спице 5 лицевых, мы их провяжем. И шестую петельку мы поднимем из промежутка между спицами. Можно, в принципе, вязать и на круговых петель у этих спицах, но тогда вам будет не очень удобно здесь вязать петельки. Я люблю, честно говоря, больше чулочные спицы. И теперь, подняв петельку, мы снова вяжем 5 лицевых петель, которые у нас на спице. И шестую поднимаем из промежутка между спицами. Вяжу за заднюю стенку как бы перекрученными. И вот у нас осталась последняя спица, на ней 5 петелек, вяжу их лицевыми. И между первой и четвертой спицей поднимаю промежуточную шестую петлю и вяжу за заднюю стеночку. Все, смотрите, у нас в этом ряду снова добавилось 4 петли по одной петле на каждой спице. И сильно не затягивайте вязание для того, чтобы оно у вас тоже не собиралось. У вас должно быть свободное вот здесь вот расхождение. Вот такого квадратика. И снова теперь в следующем ряду провяжем те петли, которые есть. У нас их уже 6. И между первой и второй спицей поднимаем седьмую петельку из промежутка. Вяжем за заднюю стенку седьмую петлю лицевой. Приступаем ко второй спице. Вяжем также 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И между второй и третьей спицей поднимаем петельку. Вяжем седьмую лицевой и приступаем к третьей спице. Уже, я думаю, вам проще вязать. Поэтому вяжем уже наши 6 лицевых. И между третьей и четвертой спицей поднимаем седьмую лицевую. И последний раз. Точно так же вяжем 6 лицевых и седьмую последнюю поднимаем между четвертой спицей и первой. То есть вот здесь вот промежутки между началом и концом этого ряда. Вот так вот. Все, добавилось еще 4 петли и у нас уже на каждой спице 7 петелек. Теперь в следующем ряду вяжем наши 7 петелек со спицы первой и восьмую петлю. Поднимаем между первой и второй спицей. И точно так же поднимаем между каждой спицей по петле. И у нас увеличится снова ряд на 4 петли. Вот, провязали 7 лицевых со спицы. И снова в конце спицы добавляем из промежутка 1 лицевую. И так между каждой вот здесь вот спицей добавляем по одной петельке. И все. И вот так вот нам нужно увеличивать наше донышко. Донышко мы будем увеличивать до тех пор, пока у вас на каждой спице не будет по 23 петли.
То есть сейчас у нас получается по 7 петелек, восьмую мы добавляем, а вам нужно добавлять до тех пор, пока у вас не добавится последняя 23 петля на каждой спице. И в итоге по кругу у вас будет 92 петли. То есть сейчас у нас получается 8 петелек на каждой спице, значит по кругу 8 и 4, 32 петли. А нам нужно увеличить вот это донышко до 92 петелек, пока на каждой спице не добавится 23 петля в конце ряда. И еще раз повторюсь, хотите, можете перекидывать каждый раз на каждом ряду маркер. Можете ориентироваться вот на эту ниточку. Можете просто ее сейчас вытащить и еще раз перекинуть в начало вот здесь вот нашего вязания. И сейчас ее как никогда будет видно, что именно между вот этими спицами будет у нас начало и конец ряда. То есть вот она будет у нас здесь. И продолжаем увеличивать в конце каждой спицы по одной петельке до 23 петель на каждой спице. Вот связали расширение, и теперь можем привытащить вот эту вот ниточку и вдеть ее в иголочку. После чего берем к себе ближе вот эту среднюю дырочку и вот так вот начинаем продевать через петельку за одну стеночку, вот так вот как бы собираем нашу дырочку и продеваем сквозь нее ниточку, стягиваем, и как вы видите, дырочка исчезает. Хорошо, еще раз можем продеть сквозь вязание вот этих петелек начальных, еще протягиваем и хорошо затягиваем. Ниточку можете вытащить на изнаночную сторону, чтобы она вам не мешала. Либо же, пока я ее отрезать не буду и никуда одевать, прятать не буду, я просто опять же отмечу начало вот этого ряда. Вот она у нас, рабочая ниточка. Я снова ставлю ее в начало ряда и буду продолжать вязание. То есть она у меня будет служить отметочкой. А затем, после того, как я свяжу нужную мне высоту, и после того, как она мне уже не нужна будет, я просто ее спрячу и ниточку отрежу. То есть смотрите, мы просто затянули вот эту начальную дырочку, чтобы она нам не мешала, и это своего рода вот такая вот макушка. После того, как мы связали донышко, по кругу у нас 92 петли. Вот эти 92 петли мы будем, начиная с первой спицы по четвертую по кругу, то есть вот так вот вязать как бы таким вот носочком, будем вязать 14 рядочков. То есть можете, в принципе, 15, чтобы макушка была повыше. Но я буду вязать 14 рядочков по кругу лицевой гладью, такой же лицевыми петельками. И затем мы будем формировать перед там, где лобик, и отделять переднюю часть от задней. В общем, вяжем просто вверх вот так вот 14 рядочков. Опять же, повторюсь, можете 15, если хотите поглубже шапочку. Вот. И, в принципе, можете для того, чтобы, смотрите, если вы будете вязать просто 4 спицы вот так вот вниз, то у вас, возможно, будут какие-то разделения между спицами. Вот чтобы их не было, можете каждую спицу вязать со смещением в 3-4 петли, вот так вот, как бы провязав первую спицу, провязываете еще 3 петли со второй спицы, провязав вторую спицу, 3-4 петли с третьей спицы. То есть делать каждый раз смещение на 3-4 петли. Таким образом, у вас отметочка начала ряда будет вот она между первой и четвертой спицей. А затем вы уже, провязав 14 рядочков, сориентируйтесь и оденьте, как вам удобно, ну как бы в изначальное положение вернете спицы. То есть отчитав 23, 23, 23 и 23 петли на каждую из спиц. Вот. Но это так для тех, кто боится, что будет как-то видна разделительная полоса между спицами. В общем, вяжем 14 рядочков и продолжим. После того, как провязали 14 рядочков высоту, сложите шапочку таким образом, чтобы у вас получается начало ряда, то есть вот она первая спица, и вторая были сверху. Сейчас нам нужно определиться, где у нас будут располагаться петли переда. Смотрите, если мы возьмем первую спицу и вторую положим к себе вот так вот наверх, то отсчитаете с первой спицы с начала ряда 10 петель,
у вас остается 13 петель на спице и 10 петель со второй спицы, но с конца 13 петель, то есть вот здесь вот с начала второй спицы. Вот эти 26 петель, это и будут центральные петли для именно лба. Вот они, 26 петель. Если мы сейчас закроем просто вот эти 26 петель, то будет не очень красиво. Почему? Потому что вот эта чулочная вязка, наша лицевая гладь, если мы ее закроем, будет вот так вот загинаться, как и на спицах сейчас. Мне это не хочется, поэтому я сейчас 3 ряда буду чередовать сначала изнаночными петлями, затем лицевыми и изнаночными петлями. То есть как бы платочной вязкой 3 ряда. Если мы свяжем вот эти центральные петли платочной вязкой, то в принципе при закрытии они не будут у нас закручиваться, что мне и нужно. Вот, поэтому мы сейчас можем отметить двумя маркерами 13 петель до конца первой спицы и 13 петель начала со второй спицы, то есть как бы центральные 26 петель. Хотите, можете отметить, хотите, можете просто отсчитывать, как буду делать я. Сейчас как бы для высоты общей шапочки до лба мне маловато. Вы хотите, можете примерить на ребеночке, сколько у вас от макушки до начала лба. Если вам также маловато и не хватает буквально 1,5 сантиметра, то вот эти где-то сантиметр 3 миллиметра или 1,5 сантиметра уйдут для того, чтобы связать вот эти оставшиеся 4 ряда с закрытием петелек. Если же вам мало еще 1,5 сантиметра плюс к вот этой высоте, то вы еще довяжете столько рядочков, сколько вам нужно. Итак, в общем, начинаем с первой спицы отсчитывать 10 петелек, которые мы свяжем лицевой. Первая лицевая, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Дальше у нас идут 13 петель переда. Я еще одну петлю вяжу лицевой, и у нас остается наперед 12 петель до конца этой спицы. Я вяжу 12 петель изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще 2 петельки. 11 и 12. Теперь 12 петелек со второй спицы я также вяжу изнаночными. То есть как бы продолжение. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, я пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Да. Смотрите, мы, получается, центральные 24 петли из 26 провязали изнаночными. Теперь до конца второй спицы у нас остается 11 петель. Мы довязываем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. То есть фактически центральных петелек у нас должно быть 26. 24 мы из них провязали изнаночными, и по бокам у нас 2 лицевые. Вот так и должно быть. То есть мы сначала провязали из центральных 24 петли, а в следующем изнаночном ряду, то есть как бы он будет у нас лицевой ряд, но по платочной вязке изнаночными петлями. Поэтому мы уже провяжем 26 центральных петелек, те, которые у нас должны быть наперед. То есть как бы мы сделаем плавный переход из 24 на 26, то есть увеличение сделаем. Теперь до конца у нас остается 2 спицы до конца ряда, поэтому мы их просто довяжем лицевыми петельками. 15 ряд от расширения дна у нас довязан до конца, и сейчас мы снова в начале первой спицы. У нас здесь 11 лицевых. Мы так их и провяжем, 11 лицевых. Теперь смотрите, 24 изнаночные. По узору платочной вязки у нас сейчас должны быть петли лицевые. Поэтому, следовательно, 16 ряд после донышка мы провяжем полностью все петельки по кругу лицевыми. До вот этой отметочки нашей начало-конец ряда. То есть вот они между первой и четвертой спицей. То есть до конца все 4 спицы мы провяжем лицевыми петельками. Я связала ряд лицевых петелек, и вот у нас там, где изнаночные петли, точно так же были провязаны лицевые петельки. Причем вязала я за дальнюю стеночку для того, чтобы была
неперекрученная косичка лицевой глади. Теперь смотрите, так как у нас наперед мы решили, что будет 26 петелек, а провязана изнаночная 24, то мы вот эту 11 петлю будем вязать также изнаночной петлей. То есть мы вяжем сейчас 10 лицевых с первой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее у нас вот эта 11 петля уже идет изнаночная. Затем у нас были 24 петли изнаночные в предыдущем ряду, поэтому мы так и провяжем 24 петли изнаночные до конца первой спицы у нас изнаночные. Теперь начальные у нас 12 петель со второй спицы также изнаночные были, поэтому мы продолжим их вязать также изнаночными. И одну, получается, петельку, та, которая у нас была 11 с конца второй спицы, 11 лицевая, то мы ее свяжем тоже изнаночной. То есть у нас получится с первой спицы 13 петелек, половинка, как бы скажем, спицы у нас изнаночными. И первая половинка со второй спицы у нас также будет изнаночными. Вот они у нас, довязанная 12 петля со спицы изнаночная и первая из оставшихся 11 петелек. Вот они, центральные наши 26 петель, провязаны изнаночными петлями. До конца ряда нам нужно довязать все петельки лицевые. То есть мы довязываем сейчас вторую спицу, оставшиеся петельки лицевые. Затем нам нужно связать третью спицу, 23 петли лицевые, и четвертую, 23 петли лицевые. Довязали 17 ряд высоты, и теперь можете смело уже смотреть, достаточно ли вам вот этого расстояния 26 петель для окошка лица, и достаточно ли вам высоты от макушки до бровок или до лба, насколько вы хотите низкую шапку на личико. Вот как раз таки сейчас можно измерить, и если вам достаточно, то начинаем закрывать окошко переда для личика. Первые 10 петель мы так и провяжем лицевыми петлями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее у нас идут 26 изнаночных петелек. Мы первую петельку провяжем лицевой и вторую петельку провяжем лицевой. Затем первую одеваем на вторую лицевую. Вот, если у вас соскакивает, поправляйте. И первую одеваем на лицевую. Затем третью вяжем лицевой и предыдущую одеваем на третью петлю. Четвертую вяжем лицевой и предыдущую одеваем на последующую. То есть смотрите, все петельки, все 26 петель нам нужно закрыть. Закрывать я, как вы видите, буду обычным самым способом, и у меня будет вот такая вот косичка. Благодаря тому, что у нас здесь вот платочная вязка, то наш перед не будет загибаться, никуда он не будет, в общем, исчезать и так далее. Итак, закрываем наши 26 центральных изнаночных петель, просто провязывая лицевая и одеваем предыдущую на последующую провязанную лицевую петлю. Так нам нужно закрыть вот эти центральные 26 петелек. Можете одну спицу убрать, она вам не нужна, и продолжать дальше делать закрытие. Закрываем до тех пор, пока у нас не останется на первой спице начальных 10 петелек и на второй спице конечных 10 петелек лицевых петелек. То есть вот эти вот петельки, где у нас изнаночные провязаны, нам нужно закрыть все 26 петелек. Можете закрыть каким-то способом другим, если вам удобно, не вот таким вот. То есть, ну, в принципе, нам важно закрыть эти петельки для того, чтобы у нас здесь уже было начало личика. И так вот закрываем. У нас осталась последняя петля, и мы первую лицевую вяжем и делаем вот так вот протяжку уже на первую лицевую. До конца у нас нужно довязать нам вот эти вот 10 петелек, то есть одна у нас остается с протяжкой последней закрытия.
И еще 9 петелек, те, которые вот они у нас лицевые. То есть мы их довяжем точно так же лицевыми петлями, как и в предыдущих рядах. В принципе, можно было боковые петельки тоже здесь провязывать платочной вязкой, чтобы было так красивенько, ровненько. Но, честно говоря, мне центральных вот этих вот петелек платочной вязки более чем достаточно. И сейчас, в принципе, можно было бы здесь... Для того, чтобы убрать вот этот вот, скажем так, как это можно назвать, честно говоря, не знаю. Ну, чтобы убрать вот этот вот зазорчик некрасивый, чтобы дальше у нас получилось такое же красивое вязание, как и с этой стороны, то я предлагаю взять крючок и вот так вот крючок продеть сквозь последнюю петельку или первую вот здесь вот закрытую петельку. Если вы вот так вот повернете, вот она у вас первая петелька, приспускаете последнюю провязанную с первой спицы и протягиваете сквозь вот эту первую закрытую. То есть у вас как бы получится вот так вот одетая петелька и как бы точно так же, как закрытие вот здесь вот в конце. И дальше будем точно так же вязать. То есть, смотрите, мы просто здесь как бы соединили вязание. Вот если вы закроете петельки, вам, я думаю, тоже не понравится вот эта правая сторона начала закрытия. Поэтому предпоследнюю вот здесь вот петельку перед закрытием оденьте сквозь начатую вот эту вот закрытие косичку. И теперь дальше продолжаем. Продолжаем мы вязать высоту затылочка. То есть, смотрите, вот она наш... Вот здесь вот наш перед готов, наша шапочка, верхушка. И дальше мы будем вязать только вот эти вот задние стеночки и боковые. То есть на боковых у нас осталось по 10 петелек и на задних у нас по 23 петельки. Хотите, можете переоденьте на 2 спицы для того, чтобы вам просто удобно было в дальнейшем вязать. Вязать высоту мы будем прямыми обратными рядами. То есть у нас будут... считаться вот эти крайние петельки как кромочные, но кромочную я буду последнюю провязывать лицевой, а не изнаночной, для того, чтобы у нас красивая косичка ложилась по краям от вот этой вот нашей передней части. И затем, сейчас я вам скажу, сколько мы рядочков провяжем. Порядка, пожалуй, 20 рядочков. То есть больше я не буду делать окошко, мне нужно окно высотой вот здесь вот от начала закрытие нашего переда до, можно так сказать, подбородка, мне нужно где-то сантиметров 8, можно 8,5-9, ну то есть не больше 9 сантиметров, даже, пожалуй, 8,5 будет более чем достаточно. И затем мы будем снова наше вязание замыкать в круг, набирать петельки для подбородочка и замыкать в круг, вязать затем манишку. То есть смотрите, сейчас мы... просто вот так вот довяжем наши петельки, вот мы закрыли перед, довяжем наши петельки до конца этого ряда, вот до вот этого момента, вот он наш конец ряда, лицевыми петельками. Дальше продолжаем вот эти вот 10 петелек довязывать тоже лицевыми петельками, а затем разворачиваем на изнаночный ряд и, соответственно, все петельки будут изнаночными. И так будем вязать, чередуя то лицевой ряд лицевыми петельками, то изнаночный ряд изнаночными петельками, 20 рядочков. А затем я вам скажу, как мы будем замыкать вязание в круг. То есть я сейчас вяжу 20 рядочков и затем посмотрю, достаточно ли мне будет и где закончится мое вязание в конце 20 рядочка. Итак, связали высоту 20 рядочков и закончили вязание с лицевой стороны в конце ряда. Я распределила на 3 спицы, на 4 я оставила всего лишь буквально 6 петелек, для того, чтобы мне удобно было заполнять, скажем, недостающие петельки и переходить на круговое вязание. Смотрите, мы здесь закрытие делали петелек для окошка лица в 26 петель. В принципе, можно было бы 26 петель и набрать и снизу, но так как личико снизу уже, то я буду набирать на 2 петли меньше, то есть 24 петли. Итак, смотрите, у нас получается вязание в общем на 4 спицах, и на 4, на которую я оставила немножечко буквально петелек, я буду набирать недостающие 24 петли для моего вязания. Если вы наберете недостающие
вот здесь вот 26 петелек в круговое вязание, то в итоге у вас получится 92 петли, как и изначально было вот здесь вот вязание высоты шапочки до лба. Если же мы сейчас наберем 24 вместо 26, то у нас сейчас будет по кругу 90 петелек. Поэтому берем, натягиваем ниточку хорошо, затем большой пальчик кладем под ниточку и вот так вот как бы выворачиваем, делаем петельку. Первая петелька, далее второй раз натягиваем ниточку и с большого пальчика заднюю стеночку захватываем, вторую петельку делаем, третью петельку, четвертую, пятую, шестую, седьмую делаем. Далее 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Теперь смотрите, чтобы у вас не было перекрученное, вот здесь вот набор ваших петелек не был перекручен, а вот так вот ровненько, как и набирали. Теперь берем нашу пятую рабочую спицу, соединяем в круг наше вязание и продолжаем дальше вязать с вот этой после окошка первой спицы. Теперь у нас будет начало ряда вот на этой первой спице с левой стороны. То есть вот оно ваше окошко. Для личика 24 петли набраны и продолжаем дальше вязать. Вязать я буду продолжать, формируя резиночку 1 на 1, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Я начинаю с первой петельки, вяжу лицевую петлю и хорошо-хорошо затягиваю рабочую ниточку. Затем вторая у меня изнаночная, также хорошо затягиваю изнаночную. Лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная. И вот так я буду чередовать до конца ряда, то есть пока не вернусь к этой же спице чередовать лицевая, изнаночная петля. Я провяжу 3 вот эти вот спицы, а затем я вам покажу, как вот эти набранные петельки буду дальше вязать. Чтобы у нас не соскакивали вот эти вот петельки набранные, я немножечко возьму с этой стороны окошко петелек и с вот этой стороны, то есть с первой нашей спицы теперь уже, возьму тоже немножечко петелек для того, чтобы не соскальзывали петли те, которые набраны. И заканчивать буду всегда спицу изнаночной петлей. Так будет проще вязать, начиная с лицевой, заканчивая с изнаночной. Хотите, можете распределить, как было изначально, по 23 петли. А на одной у вас будет 21 петля, либо же просто так на глаз распределите приблизительно одинаковое количество петелек. И вот смотрите, у меня закончилась лицевой петлей, я с соседней петли забираю изнаночную. Так будет проще мне вязать. И точно так же продолжаю третью спицу вязать, чередуя лицевая и изнаночная петля. Снова вяжем по кругу, но при этом уже формируем резиночку 1 на 1. Которая у нас будет располагаться на шейке под подбородком. Дойдя до четвертой спицы, у меня здесь 6 петелек, которые я продолжаю чередовать лицевая и изнаночная. И точно так же вот эти набранные петельки у меня будут продолжать мое вязание чередования резиночки. Итак, я закончила петли вязать изнаночной, поэтому первая петля из набора у меня лицевая, далее вторая изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И последняя у нас 24 петля должна быть изнаночная для того, чтобы совпал рисуночек чередования лицевая и изнаночная. Так как мы начинали ряд с первой спицы с лицевой петли, то вот сейчас у нас должно закончиться изнаночная. Если у вас не закончилась изнаночная, перепроверьте петельки. Возможно, вы где-то сделали лишние или наоборот не добрали одну петлю. И вот здесь чуть-чуть туго вам будет вязать, но вы постарайтесь.
для того, чтобы не сильно свободно здесь было вязание. И вот она, последняя петля изнаночная, все хорошо совпало. Возможно, у вас немножечко вытянула здесь ниточка, абсолютно ничего страшного, при вязании оно все станет абсолютно все на свои места. Итак, у нас далее идет на первой спице лицевая, мы так и продолжаем лицевую, над лицевой вязать изнаночная, изнаночную над изнаночной, далее над лицевой лицевая, над изнаночной изнаночная. И чередуем лицевая изнаночная. Продолжаем формировать резиночку 1 на 1. Но при этом у нас уже будет, получается, это провязан второй ряд резинки 1 на 1. Я буду вязать вот эту резиночку высоту в 7 сантиметров. Это приблизительно, по моим подсчетам, 20 рядочков. Если хотите, можете сделать резиночку немножечко поуже. Ну, то есть я буду делать ее высокой, пошире. Поэтому буду делать 7 сантиметров. Хотите, можете сделать немножечко уже. Вот. То есть я сейчас, получается, с вами начала вязать второй ряд резинки 1 на 1. И вот точно так же буду продолжать вязать еще этот ряд до конца и 18 рядочков резиночки 1 на 1. При этом у нас по кругу 90 петелек. Итак, связав 18 рядочков резинки 1 на 1, мне показалось более чем достаточно. Мои 7 сантиметров набраны, больше продолжать я не буду. Теперь смотрите, начиналось наше вязание на первой спице с лицевой петли. Не довязав последнюю изнаночную петельку, перенесите на первую спицу. То есть вот она у вас изнаночная петля и первая с первой спицы лицевая петля. И отложите вязание. Теперь берем листочек и ручку. По крайней мере, беру я, чтобы вам показать. Смотрите, наша общая вот эта вот окружность имеет 90 петелек. Вот эти 90 петелек нам теперь нужно распределить таким образом, чтобы у нас ушла сторона на заднюю часть, на переднюю часть, на один рукавчик и на второй рукавчик. То есть как бы не сам рукав, а на визуальную сторону рукава. То есть нам нужно распределить манишку. Так как у нас 90 петелек, из них мы берем по одной петле на регланной линии. И они обязательно у нас будут лицевыми. То есть лицевая петля, лицевая петля, лицевая и лицевая петля. Теперь 90 минус 4 петли у нас имеет 86. Вот эти 86 петелек оставшиеся нам нужно поделить ровно на 4 части. Так как 86 на 4 не делится, у нас остается 2 лишние петелечки, которые мы распределим равномерно, так чтобы было аккуратно и максимально красиво для манишки. Смотрите, если мы 84 поделим на 4, это получается 21 петля. То есть на рукавчик уйдет 21 петля, на второй рукавчик уйдет 21 петля, на заднюю сторону уйдет 21 петля и на переднюю сторону уйдет 21 петля. То есть 84 мы распределили, но у нас 86, то есть еще 2 петельки. Как бы для хорошего, скажем так, распределения нам бы нужно было на переднюю, на переднюю сторону одну петельку и на заднюю сторону. Но, как вы помните, у нас регланные линии обязательно должны состоять из лицевых петелек, поэтому было бы неравномерно. И мы, так как спинка у нас как бы в принципе шире, чем передняя сторона, то мы добавляем эти 2 петельки просто на спинку. То есть на спинке у нас будет 23 петли. Как это будет выглядеть на практике? Между лицевыми петельками, вот этими регланными, будет у нас начинаться 23 петли эти. Первая петля изнаночная, затем лицевая изнаночная, и 23 петля у нас обязательно будет изнаночная перед регланной лицевой петлей. То есть как начинаться первая петля, так и заканчиваться 23 петля должна быть изнанкой, изнаночной петлей. Точно так же и рукавчик. 21 петля у нас изнаночная, как и первая. Точно так же и передняя сторона начинается с изнаночной 21 петля, так и заканчивается 21 петля изнаночной петлей. И второй рукавчик аналогично первому. То есть вот эти промежуточные петли между регланными линиями, вот этими лицевыми, должны обязательно начинаться с изнаночной и заканчиваться.
Теперь перейдем непосредственно к самому вязанию манишки. Почему я вам сказала вернуть вот эту предыдущую изнаночную петлю? Потому что если мы посмотрим на вот так вот на переднюю сторону, мы как бы нарисовали наши 90 петель, но нам нужно разобраться, как это будет у нас выглядеть в итоге. Если вы повернете вот так к себе вязание, и у вас получается, если здесь набрано 26 петелек, то у вас, соответственно, будет перед и спинка по 23 петли. Так как у меня набрано 24 петли с передней части, то у меня с передней части будет 21 петля. Где она у нас будет располагаться? Если вы посмотрите на первую вот эту спицу, вот она у вас лицевая, после нее идет изнаночная, которая осталась на первой спице, затем идет лицевая. Вот эта лицевая первая из регланных линий. Затем отсчитываем от лицевой, не считая ее, 21 петлю. И находим 22 петлю, она у нас уже лицевая, это регланная линия. То есть опять же между вот этой лицевой крайней петлей окошка и первой лицевой регланной, вот здесь вот второй линии, у нас изнаночная петля. То есть вот она, регланная наша лицевая, отсчитываем 21 петлю, вторая регланная лицевая. Далее отсчитываем 21 петлю, начиная с изнаночной и заканчивая изнаночной. Затем у нас идет третья регланная лицевая. Сзади у нас между лицевыми регланными вот здесь вот петельками 23 петли, начиная с изнаночной и заканчивая. Из боковой стеночки у нас остается между регланными лицевыми 21 петля. То есть только с задней стороны у нас 23 петли между лицевыми, а везде 21 петля. Теперь приступаем непосредственно к самому вязанию. Так как у нас первая регланная линия находится уже как бы провязанной, то есть она спереди, мы ее трогать не будем. Мы сейчас до, скажем так, боковой вот этой вот задней регланной линии провяжем все петельки лицевые. Просто вот эти вот изнаночная, лицевая и так далее, 21 петельку мы провяжем 21 лицевую петлю. То есть первую спицу, если вы распределили так, как я, на боковую, переднюю, заднюю часть и точно так же боковую, которую я написала, рукавчик, будем считать это боковые стороны. Поэтому первую спицу полностью мы провязываем 21 петлю лицевой. Теперь у нас идет первая регланная линия, вот эта вот лицевая. Поэтому мы берем, делаем накид, провязываем лицевую лицевой и делаем еще один накид. То есть вокруг регланной петли мы сделали по накиду. Теперь вяжем средние промежуточные, получается у нас 23 лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть это у нас спинка, поэтому 23 петли. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И снова вторая, вот она наша регланная лицевая петелечка. Делаем накид, провяжем лицевую лицевой и делаем накид. Теперь приступаем к боковой стеночке. У нас 21 петелечка, так и провяжем, начиная с изнаночной, вяжем 21 лицевая петля. Заканчиваться 21 петля тоже будет изнаночной петлей. И до следующей регланной линии лицевой петли. Вот так вот провяжем все петли полностью лицевые. И вот она, 19, 20, 21 петелечка. Приступаем к передним петелькам. Вот она у нас идет третья регланная лицевая линия. Поэтому делаем сразу же накид. Лицевую провяжем лицевой и снова накид. И 21 петелька, начиная с изнаночной, будет у нас провязываться лицевой. 21 петелька до последней четвертой регланной лицевой петли или регланной линии. Просто запомните, что эта линия,
Она у нас будет длиться от начала манишки до самого практически конца. Итак, вяжем 20-я, 21-я петля, вот она наша изнаночная, мы вяжем лицевой. И делаем накид, лицевая петля, вяжем лицевой и накид. Теперь второй ряд манишки мы будем вязать полностью все петельки лицевые. Вот они наши боковые петельки, 21 петля лицевые. Затем у нас будет накид, лицевая накид, то есть стригланная линия. Мы обязательно будем накид также провязывать лицевой. Но будем вязать накид, сейчас я вам как раз покажу. Так, лицевая, изнаночная, мы довязываем лицевые эту сторону. И дойдя до первой регланной линии, а она у нас будет на спинке первая линия. Вот она у нас получается петелька накид. Мы ищем заднюю стеночку, то есть как бы перекрещиваем петлю и вяжем ее лицевой. Далее у нас идет лицевая, мы вяжем лицевой. И снова второй накид за лицевой, мы находим заднюю стеночку и как бы перекрещенной провязываем лицевой. Теперь у нас с задней стороны 23 петли лицевые. Мы их так и провяжем, 23 лицевые. А затем идет вторая регланная линия, поэтому мы накид провяжем за заднюю стеночку лицевой. Лицевую регланную провяжем лицевой и второй накид также вяжем лицевой за заднюю стеночку перекрещенную. И теперь нам вязать второй бок. Из 21 петли лицевой провяжем все петельки лицевые и плавно перейдем на третью регланную линию. 21 петля лицевая довязана, переходим на вот эту переднюю, получается, третью регланную линию. Снова идет накид, поэтому мы вяжем его лицевой за заднюю стеночку. Лицевую так и вяжем лицевой. И второй накид за заднюю стеночку, перекрещенной лицевой, точно так же провязываем. Теперь у нас спереди 21 лицевая петля между регланными линиями и накидами. Мы так и провяжем лицевая 21 петля. То есть у нас получается просто будет манишка лицевой гладью с регланными линиями. И вот так вот провязываем 21 петлю. И снова у нас накид, лицевая накид. Накид мы провяжем лицевой петлей за заднюю стеночку. Затем лицевая петля так и вяжем лицевой. И второй накид за заднюю стеночку вяжем лицевой. Мы связали второй ряд манишки. Третий ряд повторяем с самого начала. Но при этом у нас будет через ряд, то есть когда мы будем делать накиды, а затем провязывать лицевую, у нас будет добавляться по одной петельке. То есть с боковой стеночки у нас уже будет 23 петли. Задняя стеночка у нас будет состоять из 25 петель. Было 23, стало 25. Боковая 23 и передняя 23. Между регланными вот этими лицевыми линиями. То есть сейчас мы провязали, вот он наш регланчик. Теперь мы вяжем 21 петля без изменения пока вот здесь вот с боковой стеночки. Почему без изменения? Потому что у нас регланные линии на передней стеночке и на задней. Именно на спице, на передней и на задней. Боковые я решила оставить просто без изменения. Буду здесь вязать все время 21 петельку лицевую с одной стороны и с другой стороны. А вот она наша задняя стеночка, то есть первый реглан. Мы вот эту лицевую перекрещенный накид, вот так вот перекрученный, провязанный накид, мы так и вяжем лицевой. Затем делаем накид, и вот она центральная наша лицевая регланная петля. Мы так и вяжем лицевой и делаем накид. То есть перед лицевой и после лицевой делаем накид. Перекрещенную лицевую мы провязываем лицевой и далее отсчитываем. От перекрещенной лицевой до следующей перекрещенной лицевой провяжем 25 лицевых петелек. И затем у нас снова будет лицевая регланная петля, перед которой и после которой мы сделаем накид. То есть мы будем чередовать ряд накиды, ряд провязывания из накида в лицевых петелек. Ряд накиды, ряд провязывания из лицевых петелек. Итак, отсчитали 25 петелек. Затем делаем накид, лицевая, накид, лицевая.
И переходим на боковую стеночку, там, где я оставляла 21 петельку, которая у меня будет без изменения. Добавляться лишь только будет на передние спицы стеночки и на задние спицы, там, где у нас задняя сторона. Или затылок, или спинка, как вам проще будет понимать. И вот так вот будем увеличивать, начиная с задней стороны. Вот здесь вот с одной стороны легла на линии, потом со второй. И с передней стороны у нас третья регланная линия. Мы провяжем перекрещенную лицевую, так и провяжем лицевой. Далее накид, лицевая регланная, накид. И далее отсчитываем 23 лицевые до последнего четвертого реглана. Вот они, наши лицевые, красивенькие. Для тех, кто не понимает, как мы вяжем реглан, можете посмотреть, есть много видео, которые... И кофточку мы вязали, и манишки мы вязали. То есть посмотрите в предыдущих моих видео. И вот смотрите, у нас отсчитаны 23 лицевые. Затем идет вот она лицевая наша регланная петля. Мы делаем накид перед ней, ее провяжем лицевой и накид после нее лицевая. Снова боковая стеночка, мы вяжем 21 петля без изменения, так как петли, которые прибавляются, мы оставляем на передней спицы и на задней спице. А вот эти боковые я решила оставить по 21 петельке, куда буду не буду провязывать изменения, а вот так вот буду, мне нравится вязать по 21 петле, не задумываясь. И вот смотрите, получается у нас уже такая красивая лицевая гладь, как и в начале. И дальше вот она, смотрите, идет регланная линия. А регланная линия мы провяжем первую перекрещенную лицевую лицевой. Далее у нас идет накид, который мы провяжем за заднюю стеночку лицевой. Лицевую провяжем лицевой и накид за заднюю стеночку также лицевой. Затем снова промежуточные петли до накида мы провяжем лицевой петлей. А накид перекрещенной лицевой за заднюю стеночку. Для того, чтобы не было дырочек. Если хотите, можете провязывать за переднюю стеночку, тогда вокруг реглана... По обеи стороны у вас будут такие вот дырочки. Поэтому, если, в принципе, вяжете для девочки шлемик, то можете оставлять и дырочки. Абсолютно ничего страшного. Даже, пожалуй, красиво будет для, ну, для шапочки для девочки. Так как у меня для мальчика, то я дырочки делать не буду. А вот он накид. Я его провязываю за заднюю стеночку лицевой. Не скажем так, не оставляя дырочки. Перекрещиваю. Накид снова лицевой. И... Перекрещенную предыдущую лицевую я провязываю также лицевой. Снова боковая стеночка 21 петля и так далее. То есть смотрите, главное вам запомнить. Если вы хотите не сбиваться, то лучше всего регланные линии отметьте себе маркерами, либо булавочками, либо ниточками цветными, чтобы вам было удобно видеть, ну скажем, эти регланные линии. Если вы можете запутаться и считаете, что... их практически не видно. Провязав буквально несколько рядочков, вы их будете уже в дальнейшем хорошо и четко видеть. Они будут у вас идти лицевыми полосками красивыми. И вот смотрите, вот она перекрещенная лицевая, мы так и провязываем ее лицевой. Далее накид провязываем перекрещенной лицевой. Затем у нас лицевая регланная линия. И накид снова перекрещенной лицевой. И так вяжем до последней регланной линии, для того, чтобы накиды провязать перекрещенными. И затем в следующем ряду мы снова будем делать вокруг лицевой вот этой вот петельки. Будем делать накиды до лицевой регланной петли и после нее. Уже я думаю, что после четвертого ряда реглана очень хорошо эту лицевую петлю видно. Поэтому, в принципе, я ее никак выделять не буду. Вот, смотрите, если вы посмотрите, то у вас четко видна вот она лицевая линия. Раз. И с другой стороны лицевая линия, вот она, два. А вокруг нее вот они перекрещенные лицевые петельки. Одна, вторая, третья, четвертая. Точно так же здесь. Одна, вторая, третья, четвертая. И по бокам я решила все-таки оставить по 21 петле, а прибавление делать как бы вот расширение. Сделать только на передней спице и на вот этой задней спице. Причем на задней, если вы помните,
то у вас на 2 петли будет больше. Можете просчитывать каждый раз, можете просто ориентироваться на то, где вы сделали прибавление, а где не сделали. В общем, вот таким вот образом будем делать манишку до нужной нам глубины, то есть насколько вы хотите максимально закрыть шею ребенка. Я буду делать не слишком большую, где-то порядка рядочков 20, то есть 4 я уже провязала. Вот, то приблизительно еще где-то 16 рядочков буду чередовать ряд с накидами, ряд с провязыванием перекрещенных лицевых. Снова ряд с накидами, ряд перекрещенные лицевые, ряд с накидами, ряд перекрещенные лицевые. Причем ряд у вас будет начинаться, именно регланное провязывание, с задней спицы. То есть вот она первая регланная линия, вторая, дальше идет третья и четвертая, последняя здесь у нас. Это сделано для того, чтобы у вас манишка не была перекошенная. То есть, если вы начнете отсюда вязать, то, соответственно, вам нужно будет закончить вязание тоже с этого угла. Я хочу, чтобы у нас вязание закончилось с задней стороны. Там проще будет ниточку спрятать, и это будет менее заметно. Вот, продолжаем вязать где-то, порядка 20 рядочков. Еще раз повторюсь, хотите, можете глубже сделать. Вот, можете, в принципе, уже... Шапочка практически готова, поэтому измерить аккуратненько спицы, либо снять, затем одеть, либо просто аккуратненько растянуть и через резиночку вот здесь продеть голову, померить на ребенке, как это все смотрится. Возможно, вам захочется пошире окошко сделать, возможно, поуже наоборот, и вы уже, исходя из своих мерок, будете смотреть. Здесь немножечко присобрана, возможно, вам покажется макушка, абсолютно ничего страшного, вы ее намочите. И оставите на, можете на воздушном шарике, на кругленьком, либо на банке, либо на манекене. То есть, в принципе, здесь уже посмотрите сами. Вот. И продолжаем вязать нашу манишку. Провязала я высоту манишки. 18 рядочков мне вполне показалось достаточно. И теперь смотрите, провязав боковую сторону, вот наша передняя сторона, и провязали боковую сторону, то есть как бы завершили 18 ряд прибавления. Теперь мы от начала вот этого ряда, то есть боковой стеночки, между боковой и задней стеночки, начало ряда, я провяжу этот ряд изнаночными петлями полностью по всей окружности, затем ряд лицевой и еще раз ряд изнаночный, то есть как бы такой же платочной вязкой, вот такой вот, которой мы обвязывали верхушку лба, то есть верхушку окна для лица. Сейчас мы провяжем ряд изнаночными петлями, затем, довязав четвертую спицу, провяжем все петли лицевые и еще раз изнаночные. После того, как связали 3 ряда платочной вязкой, теперь мы будем делать закрытие петелек. Поэтому вяжем для начала 2 лицевые и первую лицевую одеваем на вторую. Далее снова лицевая и предыдущую одеваем на лицевую. Лицевая, предыдущую петлю на лицевую. То есть точно так же, как мы делали закрытие на лбу, то есть для окошка лица, точно так же снизу закрываем полностью все петельки по кругу. У нас их получилось больше 150 петелек. Там досконально можете просчитать, сколько у вас получилось петелек. Вот, и далее просто этот ряд делаем закрытие абсолютно всех петелек по кругу. Вот такой вот у нас краешек получается в итоге. После того, как закрыли петельки, у нас получился вот такой красивый краешек. Ниточку отрезаем и кончик прячем с обратной стороны. Можете иголочкой, можете крючком. И вот такой получается замечательный краешек, такой же, как и на лбу. В итоге у нас получилась замечательная вот такая шапочка-шлемик. Можете оставить в таком виде, очень даже хорошо получается. Можете прикрепить бубон сверху. Вот, хотите, можете украсить какими-то цветочками, бабочками, ленточками и так далее. Для тех, кто хочет связать зверька, то вам придется еще сделать ушки. Ушки на самом деле делаются очень просто. Набираете 8 начальных петелек плюс 1, замыкаете в круг,
Точно так же, как мы с вами делали расширение до 23 петелек на каждой спице, делайте расширение всего до 7 петелек, то есть чтобы по кругу у вас было 28 петелек. Затем вяжем высоту, как высоту шапочки, без изменения, вот эти 28 петелек по кругу, 9 рядочков. И закрываем вот такой вот косичкой, как мы делали как в начале, так и в конце вязания. Теперь же, для тех, кто хочет сделать вот такую вот серединочку, вкладыш, вот такую, я специально ее не пришила, она пришивается вот так вот по контуру, набирается на средних 11 петельках, просто вот так вот вытягиваете другим цветом петельку, вот снова я не заправила, чтобы вам показать, и вяжете всего 7 рядочков без изменения 11 петелек прямыми обратными рядами. В 8 лицевом ряду и начиная с 8 ряда делайте в каждом ряду по убавлению в начале ряда и в конце. То есть 2 петельки в ряду убавляете, как с изнаночной стороны, так и с лицевой, пока у вас не останется сверху всего 5 петелек. 5 петелек стягиваете, и у вас получается вот такой замечательный серединка-вкладыш ушка. Можно оставить ушко просто вот такое вот, как начало нашей шапочки. Немножечко пристяну, вот так вот пришиваете к намеченному месту, куда вы хотите, чтобы у вас были ушки. Можно оставить вот так. Можете сделать со вкладышем, пришив вкладыш вот остатком ниточки, которую вы стянули. И получится вот так вот. Хотите, можете добавить носик, усики вышить, глазки и так далее. Это уже по вашему желанию. Носик вы можете сделать просто кольцо амигуруми и затем провязать 2 ряда прибавления столбиков без накида. Получится такой замечательный кружочек. Вы его пришиваете, пришиваете ушки, вышиваете усики и глазки. Можете сделать не зверьком, а, допустим, какой-то красивый цветочек вязаный другого цвета, изменив вид, если это шапочка для девочки. Если для мальчика, лучше всего либо использовать либо просто ушки какие-то, можете медвежонка сделать, оставив вот такие вот ушки и сделав мордочку. Вышиваете глазки, и мишка ваш готов. В общем, здесь уже просто включаете вашу фантазию и экспериментируете, как вам нравится. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, было весело, полезно. Вот, конечно же, комментируйте, оставляйте лайки. Спасибо мне за видео. Вот, и спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Кто еще не подписан, добавляйтесь. Всем хорошего настроения. Пока-пока.